А это очень-очень большая посылка с iHerb. Всем привет! Я сегодня уже вторую посылку разбираю. Так, я как уже говорила, то, что я всегда заказываю по несколько штук всего. Так, ну приступим. Это рыбий жир. Это вообще must-have, омега детская. Очень часто на iHerb заканчивается, поэтому имеет смысл заказать сразу несколько штук. Вот, очень классно, я про нее писала отзыв на iRecommend, скину ссылку под видео. Вот, это рыбий жир фирмы Nordic Naturals, очень классный. Так, выбираем. Далее, это значит витамины Alive, на iHerb очень качественные витамины, все это знают. Вот, взяла такие вот на пробу, Daily Energy, мультивитамин, мультиминерал. Ну, тут написано, что для всего, всего-всего. Ну, что ж, проверим. Так. Вот еще взяла витамин С. Витамин С. California Nutrition тоже очень хорошая фирма. Витамин С тоже лишний, так сказать, не бывает. И арахисовая паста. Масло, как правильно, арахисовое масло. Вот, как тут правильно пишут. Вот, арахисовое масло. Очень вкусная штучка. Рекомендую тому, кто не пробовал. Так. Значит, заказала я зубные щетки детям, детям знакомых, но своим детям все равно щетки менять надо. Вот такие вот, мне нравятся, с блестючками прикольные. Вот это от 18 месяцев, вот такие вот от 6 месяцев. Потом еще. Так, вот еще от 18 месяцев, это вот дочки, голубая сыну, фиолетовые дочки, на смену. Щетки я примерно раз в 3 месяца стараюсь менять. Вот еще беленькая такая. Подарю кому-нибудь, у кого малыши, знакомых. Хорошая фирма. И такие вот прикольные щеточки заказала. Свинка Пеппа с таймером, чтобы ребенок знал. Но для детишек постарше, я считаю уже, чтобы ребенок знал, сколько нужно чистить зубы по времени. Вот, и заказала вот такие вот вкусняшки. Это рисовые такие печеньки с яблоком и тыквой. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Вот, все, коробка пустая, была набита вот такими прикольными штучками. Вот, такой у меня заказ получился. Тут еще с предыдущего обзора лежит. Просто 2 коробки сегодня получала. Вот, всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.